Добрейший вечерочек, дорогие друзья. Ну что, завтра, 20 марта 2024 года, XRP будет в листинге на такой бирже, как BitMEX. И в свое время данная биржа была популярна. Более подробно об этом я расскажу чуть позже. Также 22 марта, буквально через 2 дня после листинга на биржу BitMEX, будет у нас довольно-таки занимательная вещь. Это все-таки продолжительное дело Ripple против SEC. И в этот момент и в этот день мы можем увидеть высокую волатильность. Кроме того, если мы посмотрим на пару XRP и Bitcoin, то, видимо, время уже на исходе, и оно вот-вот случится. А именно довольно-таки неплохой отскок, поскольку об этом говорит ряд индикаторов. Но и поговорим о том, что в целом XRP может вырасти на 1500% и вплоть до 10 долларов. Что касается рынка криптовалют, то рынок криптовалют пошел на коррекцию. Мы видим, как биткоин сегодня торговался около отметки в 62,5 тысячи долларов. Я считаю, что не предел. Я считаю, что коррекция для рынка криптовалют прямо сейчас это адекватное и нормальное явление. И поэтому сейчас я бы все-таки еще не спешил заходить в лонг, если зафиксировал позиции. Да? Ну, например, прибыльные позиции, по которым были иксы, были неплохие прибыли, я бы сейчас пока что не торопился заходить в рынок. А если мы говорим про какие-то криптовалюты, которые себя не показали, такие как XRP, то, как по мне, продавать смысла нету, стоит докупать. А что также очень интересно, то что биткоин как бы на самом деле ломает фигуру на дневном таймфрейме. Здесь мы можем, в принципе, если закрепимся ниже такой отметки, как там 60 тысяч долларов, это уже будет слом, и мы можем там даже пойти в район 52 тысяч долларов. Поэтому на самом деле здесь нужно быть очень-очень аккуратно с лонгами, поскольку очень интересный факт, то что эфириум сегодня валился до почти 3000 долларов, потерял он, значит, за 7 дней 15%, в то время как XRP потерял 11%. Такое ощущение, что так или иначе какие-то деньги из эфириума переплывают в XRP. Ну, по крайней мере, у меня складывается такое ощущение. Так или иначе, киты, которые толкали эфириум вверх, им нужен инструмент, чтобы разгрузиться, да, то есть они разгружаются и покупают другой инструмент, возможно, это XRP. Возможно, я могу ошибаться, но так или иначе, диверсификацию и смену инструмента они так или иначе делают. Что касается, значит, XRP, то если у эфириума было падение там с 4000, да, грубо говоря, на 3, то по XRP падение там было 70 центов, грубо говоря, на 60 и даже ниже. Но на самом деле сейчас XRP стоит там 60 центов. По большей части, если мы берем недельный таймфрейм, то его цена мне лично запомнилась, и за последнее время это отметка 60 центов. То есть XRP, как в принципе, стоял, так и стоит. И на самом деле он особо никуда не пошел, он как бы и не сильно вырос, и как бы не сильно упал. Поэтому здесь я все же жду еще выход из треугольника, и считаю, что волатильность так или иначе будет высокая 22 марта. То есть стоит попробовать купить, стоит попробовать посмотреть, что же будет в ближайшее неделю, потому что здесь у нас по лично моим индикаторам, по лично, в принципе, тому, что я вижу, у нас есть Golden Cross предстоящий, у нас, в принципе, есть подтверждение торговли над трендовой линией, и также выход за треугольник. Если мы говорим про биржу BitMEX, то в свое время эта биржа была очень популярна. В частности, те, кто торговали с плечами, они еще помнят это время. Это время было там 18-19 год, даже 17-й. Тогда CEO биржи был Артур Хейс. И затем как бы его убрали. Да? Биржу обвинили в манипуляциях и многих, конечно же, брили. Ну, например, кто-то вставал в лонг по эфиру там, например, он был уверен, что эфириум там пойдет на 200 долларов со 100, а эфириум бывало проваливался на 80, и даже там были цены ниже. И это все случалось очень быстро, да, как только появлялись огромные деньги. И биржа таким образом брила. Ну, как бы сейчас мы видим смену SEO, но в целом биржа уже далеко не топовая, и, соответственно, она добавит XRP. Что также нужно отметить, что 22 марта это у нас будет очередное дело Ripple против SEC. И если к этому времени XRP пробьет уровень 63 цента и 1 десятая, то у нас, в принципе, вполне себе может отыграть три таргета. Это таргет 65 центов, 66,5 центов и 68,5 центов. Поэтому вы можете так или иначе воспользоваться и попытаться заработать. Что также нужно отметить, что в целом есть также три, значит, бычьих сигнала на графике XRP Bitcoin. И если мы берем эту пару, то, во-первых, у нас есть скрытая бычья дивергенция, также у нас есть обратный молоток и отскок от 7-летней линии
тренда, что очень важно. Считаю, что это самый важный индикатор, самое важное явление, которое есть. И, соответственно, это у нас может произойти. У нас может произойти очень хороший отскок от 7-летней трендовой линии. И у нас, в принципе, присущая бычья дивергенция. Так бы я еще и добавил еще кое-что. Это значит то, что XRP, по сути, перепродан. Если мы посмотрим недельный таймфрейм, то здесь мы видим перепродажу. Соответственно, здесь у нас отскок. Ранее я прогнозировал, что оно так и будет. И, соответственно, какой выход будет? Либо мы быстренько вернемся к отметке 1250 сатош, либо мы через какой-то флэт будем так или иначе возвращаться в отметку 1200 сатош. То есть, ну, так или иначе, вот эта отметка 1200 там, сатош, это то, куда мы, ну, с гарантией, скорее всего, придем. В этих рамках я считаю, что XRP там может достигнуть и 80-90 центов, но если биткоин будет слабеть и будет слабее, чем XRP, то на самом деле XRP может достигнуть там всего лишь там того же уровня 75 центов, да, не пройти его, отскочить обратно и, в принципе, таким образом сделать эту коррекцию. Но на самом деле я не питаю надежд каких-то, но, в принципе, как по мне, вот почему-то есть ощущение, что март-апрель для XRP он будет продуктивным, да, то есть когда биткоин будет в боковике или слегка падать, XRP, наоборот, будет показывать силу. Если это так, и сейчас мы видим, что XRP не стоит ниже 60 центов, именно он сейчас показывает силу, то я считаю, что у XRP есть, в принципе, вот такие сигналы, которые говорят о том, что он будет так или иначе расти. Что также нужно отметить, что значит, если мы говорим про там, какие-то цены и бычьи циклы, да, то определенно следующий бычий цикл он может поднять XRP на 1500%, и вполне себе там, XRP может достигнуть до отметки 10 долларов. И, соответственно, об этом заявил фаундер Web3 Alert, и он объяснил, почему ожидание роста XRP на 1500% до 10 долларов не является надуманной мечтой. Но, по сути, он заявил, что следующий бычий цикл определенно знаменует такие отметки, как 150 тысяч долларов за биткоин, где-то 10 тысяч долларов за эфириум, и вот в рамках этого XRP может подняться выше. Ну и плюс нужно не забывать то, что в данном бычьем цикле XRP это не ценная бумага, как это было в 2021 году, и есть высокие шансы, в принципе, увидеть XRP определенно выше, чем отметка доллар и 96, которая была установлена в 2021 году. Ну и определенно выше all-time high, который был установлен в 2018 году, это 3,5 доллара. Что также нужно отметить, что Ripple признала лучшей трансграничной платежной платформой 2024 года, то есть она ею признана, да, и это довольно-таки неплохо. Ну и также стоит отметить, что наблюдаем ли мы, как XRP становится стейблкоином. Ну, об этом, в принципе, говорит положение глобальных резервных валют, да, как, в принципе, в Португалии, Нидерландах, там, спустя, грубо говоря, какое-то время, ну, в целом 80 лет мы видели, что эти валюты, они исчезали. И вот USA, то есть тоже с 44 года, доллар вполне себе может тоже исчезнуть. Поэтому, ну, на самом деле все может произойти и так, может произойти и перезагрузка, конечно же, системы. Так или иначе, капитализм, как говорил Рэй Далио, он сломлен. Отчасти есть правда в его глазах, потому что на самом деле нужна перезагрузка. Но перезагрузка тогда еще США, в принципе, помогла Вторая мировая война. Что сейчас именно будет этому сулить? Ну, либо Третья мировая война, либо это все будет в совокупности. И также здесь не зря переплетается искусственный интеллект. И, соответственно, не зря говорится такие нарративы, как то, что 80, а то и даже 90% профессий спустя какое-то время они уйдут в небытие. Поэтому на самом деле все как бы, ну, довольно-таки плачевно как бы для человечества, да, с другой стороны. Но с другой стороны, как бы, вроде как и вот это развитие, да, и автоматизация, роботизация, которые вот роботы заменят человека, в целом даже на тех же заводах, ну, скажем так, людям придется туго, то есть нужно сокращать издержки, то есть другое дело, куда девать этих всех людей, потому что эти все люди так или иначе ляжут на государственную систему, им нужно будет платить пенсии и так далее и тому подобное, поэтому, ну не знаю, скорее всего, либо это какая-то пандемия должна всех выкосить, либо это какая-то должна быть война, либо еще что-то, потому что не зря, например, Марк Цукерберг строит бункер. Вот, что самое интересное. Поэтому вот такие дела. Что мы видим сейчас? XRP потихоньку восстанавливается. У него сейчас отметка около 61 цента. Также мы видим, восстанавливается биткоин. Сказать, что все закончено, я не скажу, потому что на самом деле многие альткоины смотрят вниз, да, то есть та же Shiba Inu. То есть еще в Telegram-канале я писал, по-моему, неделю назад, что, ну, на самом деле у альткоинов сейчас такая ситуация, что они смотрят вниз. И на самом деле пришло время как бы коррекции.
И так оно и, в принципе, происходит. По рынку я бы не сказал, что вот этот индикатор показывает правильно, потому что на самом деле сейчас, как по мне, на рынке больше присущий страх. Потому что мы получили коррекцию, и люди действительно сейчас напуганы, и они даже не выкупают падение. То есть, ну, действительно, если это так, если маркетмейкер видит, что хомяки как бы не ведутся на вот это падение, не покупают, то у него, в принципе, есть шансы все, чтобы вести рынок криптовалют дальше вверх, без пассажиров. Ну а если кто-то сейчас покупает, или большинству людей, присущих на рынке, то это тоже довольно-таки плохо, потому что на самом деле коррекция и вот это падение, оно так или иначе продолжится. Да. Поэтому нужно у людей, конечно же, отбить желание покупать падение. И, скорее всего, вот крупный игрок как бы и преследует данную цель. Вот такие дела. Всем спасибо и до новых встреч.